Испанская прокуратура в ожидании Таро. Испанская прокуратура, ожидающая решения России в отношении экстрадиции вора в законе Триэлань Ани, Таро, уже готова предъявить ему серьезные обвинения. Испанцев не смущает тот факт, что скорее всего Таро будет выслан в Грузию, где его следы затеряются для них. По крайней мере, как говорит источник МЗК1.ру, законника будут искать и требовать его выдачи европейской стране. Возможно, даже планируемый переезд в Турцию после депортации в Грузию не станет безопасным вариантом для вора. Испанцы уже давно желают сделать показательный судебный процесс на Даняне, в назидании другим лидерам российской мафии, обитающим в Европе. В то же время российские власти не спешат выдать находящегося под арестом законника испанцам. Несмотря на международный ордер на розыск. Благодаря которому удалось задержать Таро сразу же после его выхода из российской тюрьмы особого режима «Черный дельфин» в апреле 2019 года во время отбывания наказания в 2011 году Аняни был на время передан в распоряжение Национальной судебной палаты Испании для дачи показаний. Это позволило завершить следственные мероприятия по его делу и составить обвинительное заключение. Напомним что он отбыл в России 10 лет не срок заключения за похищение бизнесмена и 9 апреля 2019 года освободился, но тут же был вновь задержан. Уже полгода власти не могут решить, экстрадировать рела в Испанию, либо депортировать в Грузию так как у него гражданство этой страны. Для не последний вариант наиболее предпочтителен. Между тем, антикоррупционная прокуратура Испании, требует для няни 8 лет и 6 месяцев тюрьмы, а также штраф в 50 миллионах евро за отмывание на территории Испании незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Правоохранители собрали доказательства, что вор в законе, проживая с 1995 по 2005 годы в Испании, организовал здесь ресторанный и строительный бизнес. Отмывая деньги российских ОПК, а также собственные капиталы, полученные за счет ракеты предприятий. В этом ему помогал вор в законе Захарий Калашов, шекра молодой, который уже отсидел за это преступление, и в настоящий момент находится в заключении в России. Уважаемые читатели! Помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется. Чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.